С помощью пламени избавлялся от улик. Первоуральские полицейские задержали вора и поджигателя автомобилей. Напомню, в конце октября в старой части города с разницей в несколько минут за одну ночь сгорели сразу 4 машины. Большинство из них иномарки. Все автомобили не подлежат восстановлению. Общий ущерб составил более 1 000 000 рублей. Ход следствия взял под личный контроль начальник Первоуральского отдела МВД Олег Грехов. Задержали подозреваемого спустя неделю. Им оказался первоуралец, уже отсидевший 10 лет за грабеж и угон. К этому криминальному стажу может прибавиться еще 5 лет лишения свободы. Столько предусматривает 167-я статья Уголовного кодекса. Сотрудниками уголовного розыска города Первоуральска совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Свердловской области проводился целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. В результате слаженной работы преступление удалось раскрыть.